Подмосковье с ночи ищут экс-замминистра юстиции РФ. Квадроцикл, на котором он уехал, нашли в Москва-реке. Владимир Елунин исчез под Одинцово. С собой у него не было никаких средств связи. Спасатели нашли следы его транспортного средства недалеко от церкви в селе Козино. В районе села Козино у церкви обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы, 10 метров от берега, на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла, отметили в МЧС. В поисках участвуют 30 человек и 9 машин. Предполагается, что 70-летний экс-замминистра юстиции РФ мог провалиться под лед. Водолазы погружались в реку уже 4 раза, поисковая операция продолжается.